Всем привет. Убрал конденсатор параллельно индуктору. Желтый сигнал на стоке, 500 вольт в клетку, зеленый на затворе. Подает 300 вольт. Включаю. Потребление 12 вольт 2 ампера. Смотрим сигнал. Вот импульсы при закрытии транзистора достигают 1000 вольт, потому что я использовал транзистор на 900 вольт. Вот, выключаем. Здесь конденсатор параллельный индуктор абсолютно не нужен. Он только используется на низких напряжениях, чтобы увеличить разряды. Здесь работают импульсы обратной ДС. Радиантная энергия, как по принципу Бедини. Все, сейчас уменьшим пачки. Включаем. Потребление 12 вольт 1,2 ампера. Выключаю. Вот. Потребления нет. А оно еще работает. Вот, даже еще импульсы есть на стойке. Все, всем спасибо.